В эпоху стремительного развития современного общества самыми важными потребностями человека является высокодуховная жизнь в гармонии с природой, здоровье и долголетие. Корпорация Fohol, основная цель и миссия которой – создание самого успешного предприятия в мировой индустрии здоровья, крепко утвердилась в Китае и с блеском вышла на мировую арену. Корпорация Fohol – это транснациональная компания, которая занимается исследованиями, производством и продвижением высококачественной продукции здоровья Яншен. Корпорация Fohol была основана в Китае в 1999 году. За несколько лет стремительного развития в компании функционируют такие структуры, как научно-исследовательский институт, база по выращиванию исходного сырья, производственные базы, десятки филиалов. Более 1000 представительств и сотни тысяч дистрибьюторов ежедневно вносят весомый вклад в развитие корпорации Fohol. Основой фундамента, на котором построена корпорация Fohol, является любовь к людям. Одно из самых прекрасных и благородных чувств в мире. Именно руководствуясь заботой о здоровье людей, известный филантроп мистер Ю Фэй основал компанию и дал старт кругосветному путешествию мощному крейсеру Fohol. Председатель комитета по стратегическому развитию мистер Хан Тин Мин, известный специалист в области международного менеджмента крупных компаний, один из основателей компании, является гарантом стабильного и долгосрочного развития корпорации Fohol. Совет директоров корпорации Fohol – это первоклассная управленческая команда мирового уровня. Капитаном мощного лайнера Fohol и председателем совета директоров Fohol является президент компании мистер Чу Тиншен. Это выдающийся специалист в области управления, отличный руководитель. Он обладает богатым опытом административной и маркетинговой деятельности на международном рынке. Благодаря глобальному мышлению и новаторскому подходу в бизнесе, мистер Чу Тиншен оказывает мощную административную поддержку множеству партнеров во всем мире. В совет директоров Fohol входят вице-президент мистер Сян Шен, всемирно известный специалист в области профессиональной подготовки дистрибьюторов, вице-президент мистер Ли Фан, специалист в сфере хозяйствования и управления капиталом, вице-президент мистер Дзяо Пен, специалист в сфере маркетинга с успешным опытом на международном рынке. Со временем все больше специалистов в области управления, администрирования и маркетинга присоединились к корпорации Fohol, укрепляя международную управленческую команду корпорации Fohol. На протяжении многих лет компания успешно осуществляет разработку и выпуск 4 основных линеек серийной продукции. Это продукция оздоровительного питания серии «Очистка», «Регуляция», «Восстановление», оздоровительные приборы и оборудование, функциональный текстиль, а также косметика и продукция по индивидуальному уходу. Эксперты НИИ Fohol непрерывно работают над созданием высококачественной, уникальной продукции Fohol, соответствующей потребностям современного человека. Ведущим экспертом и руководителем НИИ оздоровительного питания Яншен Fohol является академик Тан Юджи, выдающийся эксперт традиционной китайской медицины, личный врач Мао Цзэдуна. По поручению китайского правительства он десятки лет оказывал медицинскую помощь первым лицам многих стран мира. Научно-исследовательский институт Яншен Fohol – это прочная основа для создания первоклассной продукции Fohol. Организация собрала под своей эгидой несколько десятков квалифицированных врачей, специалистов по традиционной китайской медицине и оздоровительному питанию, экспертов-биологов и инженеров-технологов, которые составили первоклассную команду международного уровня. В НИИ образованы 3 основные структуры – исследовательский центр, центр контрольных анализов и опытно-экспериментальный центр. Компания «Экоагро Fohol» гарантирует высочайшее качество продукции, которая произведена из лекарственного сырья традиционной китайской фармацевтики, выращенного в экологически чистых условиях с применением современных биотехнологий. Основные производственные базы корпорации Fohol – фармацевтическая компания Fohol, биотехнологическая компания Fohol, текстильная компания Fohol,
это крупные производственные базы корпорации «Фохоу», на которых используется современное передовое оборудование и полностью автоматизированные производственные линии. Каждая производственная операция подвергается проверке в строгом соответствии стандартам контроля качества международного образца. Программное и аппаратное обеспечение гарантируют рационализацию производства и высокий контроль качества продукции на каждом этапе производства. Полученные сертификаты GMP, сертификаты управления качеством ISO 9000 и безопасности продукции HACCP, американский сертификат качества FDA, сертификат халяль и сертификат кошерности, сертификаты качества на продукцию в России, Великобритании и многих странах Европы – это демонстрация гарантий качества продукции корпорации «Фохоу». Корпорация «Фохоу» является крупной транснациональной компанией, бизнес которой активно развивается более чем в 30 странах мира. На сегодняшний день открыто более 1000 филиалов и представительств компании в странах Европы, Азии и Африки. Корпорация «Фохоу» унаследовала все самое лучшее – квинтэссенцию культуры поддержания здоровья Яншен и китайской медицины. Одновременно с быстрым улучшением здоровья потребителей своей продукции, компания «Фохоу» призывает многих людей к созданию правильного отношения к здоровой жизни, обретению правильных, регулярных привычек здоровья. Мы условно разделяем Яншен на три направления – Яншен эмоций и психологии, Яншен привычек и поведения, а также Яншен гармоничного питания. С помощью осознанного изменения поведения, регуляции эмоций, психологических реакций и правильного питания мы сохраняем здоровье, предупреждаем болезни до их возникновения. Дети – цветы жизни. Они – наше будущее. Помогать и улучшать жизнь детей во всем мире, поддерживать обездоленных, брошенных детей, помогать сиротам и инвалидам – это почетная миссия нашей компании. В 2008 году корпорация «Фохоу» основала благотворительный фонд «Надежда». На сегодняшний день, благодаря компании «Фохоу», тысячи детей в разных странах мира получили нашу поддержку и помощь, обрели надежду на светлое будущее. Здоровье и долголетие – это извечные потребности человечества. Распространить культуру Яншен по всему миру, сделать людей здоровыми и счастливыми – это высокая и священная миссия «Фохоу», наш долг по отношению к обществу. Корпорация «Фохоу» предоставляет шанс и постоянно растущую международную арену для деятельности тем активным партнерам, кто имеет призвание, разделяет нашу миссию и наше мировоззрение. На этой сцене все чаще и чаще зажигаются новые звезды, уникальные лидеры мировой индустрии здоровья. И на этой уникальной сцене у каждого человека есть свой блистательный миг успеха, где каждому из нас предстоит насладиться здоровьем и радостью. Именно здесь вы сможете снискать почет и славу, обрести настоящую поддержку и искренних друзей. Корпорация «Фохоу» ждет и приветствует вас!